Сегодня 4 октября 2017 года. Мы находимся в городе Саратове, в районе Саратского областного центра народного творчества по адресу Ломоносова, дом 20. Здесь уже на протяжении 4 месяцев существует вот такая вот протечка. Жалобу будете отправлять, правильно? Протечка, видимо, из сетей водоканала, по поводу которой не предпринимается никаких действий. По всей видимости, вода течет откуда-то отсюда. Здесь вон целое озеро. И, видимо, пытались что-то делать, но ничего не сдвинулось с места. Вода уже 4 месяца течет на улицу Ломоносова и далее вниз по проспекту Строителей. Заливает детскую площадку, заливает сквер, и никаких действий по этому поводу не предпринимается, к сожалению. Залита стоянка. Практически все лето и вот до 4 октября, до сегодняшнего дня.